Всем привет, меня зовут Гучин Кирилл, я разработчик спиннингов Nordstream. И сегодня мы немножко расскажем о ловле на одной из рек Липецкой области. Собственно говоря, на этом месте мы не были ни разу, ничего не представляем, не знаем. И поэтому прямо на камеру будем рассказывать, что мы делаем, куда мы кидаем, зачем мы туда кидаем. И самое главное, мы половим не только вот вечером, сейчас закат, а половим еще и в темноте. Потому что очень много сейчас идет отзывов о том, что голавль молчит, голавль не клюет. Ну вот мы и проверим, собственно говоря. Ну вот первым днем заходим в воду. Здесь мелко, мелко, мелко. Дальше видно траву. И дальше идет уже основное русло. На самом деле, если мы хотим поймать голавля вот вечером, в любом случае он будет вот где-то в траве, недалеко от русла. Поэтому сейчас пересекаем весь перекат, доходим до травы и пытаемся поймать что-то из-под травы и из-под кустов. Так как уже лето, уже, скажем так, начало августа, поэтому трава высокая, применять мы будем либо воблер СССР, либо колеблющийся блесна, там, ну, 3 грамма примерно в среднем вес. Ничто другое здесь, в принципе, не пройдет, нацепляем травы и ничего не поймаем. Сейчас я, пожалуй, что поменяю колебалку на поменьше размером, 2-4 грамма поставим, потому что что-то меня уже это начинает расстраивать. Перекат очень интересный. А где рыба? Опять небольшой голавль, но это, несмотря на то, что я ловлю на относительно крупный воблер, в надежде поймать что-то крупненькое, пока Кирилл упирается в колебалки, но они тоже имеют место быть, потому что все-таки много травы, и приходится приманку проводить прямо над ней. Ну, давай. Я думаю, это только начало. Сам по себе перекат кончился. Время 8-10. Собственно говоря, часто очень многие рыбаки, головлятники в это время на рыбалку заканчивают, но не мы. Мы будем упираться дальше. Канаву выбили, перекат кончился, но дальше начинаются очень интересные места. Скажем так, глубины относительно, как мы видим по характеру течения, перемежаются с поднимающейся травой. И вот, наверное, на самом деле там-то мы попробуем что-нибудь дельное поймать, раз уж на самом перекате крупного головля нет. Пойдем попробуем. Смена состава, колебалка уже там нормально не проходит, цепляет траву, да и плюс Максимка поймал на чебик, поэтому, пожалуй, что я поставлю тоже пока чебик, посмотрим, как и чего. Благо, что
пока еще светло, пока еще можно спокойно половить в классическом варианте. Ночью будем ловить по-другому, на другие приманки совсем. Чебик, чебик. Да, кстати, по оснащению. Вот рекомендую вот такие вот сумочки, как бы на поясные, в которых влезает там пару коробок. Много брать с собой не надо. Ну, что-то должно быть. Возьмем коричневый. Ой-ой-ой-ой, все перепуталось. Вот она, беда большого количества воблеров в отсеке. Все путается. С другой стороны, хочется всего и побольше. Вот такой цвет. Коричневый. Боевой. Ну вот почти стемнело. У нас опять клевала мелочь, которая нам в принципе не интересна. Но с воды мы не уходим. Мы нашли очень перспективный участок. Идут, скажем так, косы травяные. И между косами довольно большая глубина. В принципе, в теории, если эта зараза, которую зовут голавль, выйдет ночью, то выйдет он примерно вот сюда. Поэтому вот мы стоим сейчас, ждем. Вот у нас видна одна коса. Еще одна коса и еще одна коса. Три косы. И между ними дистанция примерно там метров 30-40. То есть вот на заброс там чабик нормальный. Да? И мы стоим перед первой косой и ждем. Если сейчас будет какая-то активность рыбы, мы получим несколько поклевок там или поймаем рыбу хорошую. Можно будет потихонечку облавливать их и вот так вот смещаться. Собственно говоря, вот она. Стратегия на ночь. Второй момент очень важный, надо заметить, ориентировать, потому что вот сейчас еще минут, наверное, 20, и стемнеет окончательно. Что нам надо сделать? Нам надо посмотреть как бы на деревья, которые выступают на фоне неба, их будет видно в темноте, чтобы примерно понимать, куда мы кидаем. Потому что когда будет уже темно совсем, но будет, мягко говоря, проблематично. А в нори на лобные включать сильно не надо. Отпугнем. Ну, что сказать, чабика я лишился. К сожалению, на камеру это не попало. Как я говорил в начале, вот этот хороший шерешок, который шлепал, похоже, шлепнул он. В общем, невзирая на то, что это экзист и два подшипника на фрикционе, удар и обрыв. Фрикцион даже не успел сработать, хотя сильно его не затянут. Вот. Но я не расстраиваюсь. Одного хорошего головчика я уже поймал. А сейчас я ставлю зерафутер 48-й. Раз уж тут ловятся такие кони, мы немножечко укрупнимся и посмотрим, чем все это кончится.
И у меня у Максимки начались огромное количество поклевок. То есть у меня такие рвочки, ударщики, все, он даже несколько раз посек. И я тоже, кстати. На самом деле это летучие мыши. Вот они сейчас летают над рекой, ловят мушек и регулярно цепляют нам леску. Вот, поэтому как бы не надо каждый раз при каком-то контактике и ударщике судорожно подсекать. Ничего хорошего это не будет. Если ночью головоль садится, он садится, вы этого почувствуете сразу. Это будет не печечек, а такой уверенный удар. Ну, собственно, что, на этом мы закончим. Больше поклевок нормальных нету. Он выйдет еще ночью, попозже. Но уже, знаете, честно говоря, желания никакого нет. Хорошее количество рыбы, уверенные поклевки. Ну и как бы желание сюда вернуться и наказать вот тех, кто сегодня нас немножко обидел. До следующих встреч. До новых на канале Мира Балова. Всем пока. Счастливо.